Акция «Дорога в школу» началась у нас 1 августа, и она продлится до 30 сентября. То есть она еще будет идти целый сентябрьский месяц. Эта акция направлена на то, чтобы детям, у которых есть проблемы с обучением, с тем, чтобы они определились в выборе организации образования, чтобы их снастить всеми необходимыми письменными принадлежностями в школу. Вот по этим направлениям, как бы вот, чтобы они могли форму получить и все остальное. Если у них есть проблемы с этим, то работает вот это вот именно направление этой акции. Там есть разные формы, то есть есть из фонда всеобуча школ оказывается помощь, есть оказывается помощь из спонсорских средств. Вот настоящий день у нас из фонда всеобуча на приобретение школьной формы учебных принадлежностей, значит, 835 детям уже оказана помощь на сегодняшний день на сумму 19,5 миллионов. И 1028 учащимся на сумму 5,2 миллиона из средств спонсорских. То есть это уже поступают дополнительные средства от граждан, от организаций, вот для того, чтобы помочь ребятам уйти в школу. Кроме этого, есть такая форма, как обмен. То есть ненужные учебники, одежды и все прочее. Есть пункты, в которые приносятся и потом передаются вот ребятам тоже. Кроме этого, мы делаем обход микроучастков, чтобы всех детей выявить, тех, которым необходимо пойти в школу. В принципе, у нас оперативные данные собираются каждые 10 дней по этой акции. Поэтому вы можете вот нашу информацию по телефону доверия тоже получить.